А теперь к другим темам. На этой неделе в Славянском районе был дан старт патриотической акции «Кубанское казачество. Верность, честь, слава», приуроченной к 80-летию образования Краснодарского края и 225-летию освоения казаками кубанских земель. Гостями акции стали учащиеся школ города и района, студенты, члены городского казачьего общества. Приветствовал участников акции атаман Славянского районного казачьего общества Александр Заволока. Мы продолжатели славных традиций наших предков. И сейчас мы опираемся не только на героическое прошлое, но и на нынешнее настоящее. Мы с вами уже имеем свою собственную историю. Казаки не раз доказывали свою верность казачьим обычаям, традициям, православной вере, героически защищали свою малую и большую родину. И это было во все времена. В современной истории казаки подтверждают свою преданность нашей родине, приверженность нашему укладу жизни, воспитанию патриотизма у молодежи. Цели и задачи акции – популяризация, сохранение и развитие традиционной казачьей культуры, патриотическое и нравственное воспитание детей, подростков и молодежи, выражение дани памяти и благодарности ветеранам Великой Отечественной войны за проявленные ими мужество и героизм при защите Отечества. Для участников акции, помимо музейных и книжных выставок, был организован тематический концерт с участием мужского вокального ансамбля «Самородок». Мероприятие, прошедшее в городском доме культуры имени Николая Бондаренко, стало первым в череде мероприятий патриотической акции «Кубанское казачество. Верность, честь, слава». Подобные мероприятия в ближайшее время пройдут в каждом поселении Славянского района.